Пословица гласит: «Не рой другому яму, сам в нее попадешь». Во вселенной и в онлайн действует другое правило. Месть на стол подают холодной. Представьте, что это вы, путешественник, который вот-вот попадет в засаду, устроенную пилотами из корпорации пиратов. Ловушка сделана на совесть, и вы гибнете. В этом мире смерть не помешает вам рассчитаться с обидчиком. Возродившись в новом теле, вы пылаете жаждой мести. Корпорация, в которой состоят ваши новые враги, входит в состав Большого Альянса. Под этим флагом летают тысячи человек. У Альянса есть уязвимое место, по которому вы собираетесь бить. Он держится на доверии. У вас появляются новые друзья. Сперва один пилот, потом другой. Вам предлагают вступить в ряды пиратов. Те, кому вы собираетесь мстить, не подозревают об этом. В конце концов, вы становитесь одним из их главарей с доступом к секретной информации и банковским счетам. Пилоты Альянса ждут от вас указаний, приказов. Они верят вам. И вот вы стоите у руля целой империи. Что вы выберете? Славу или месть? Решать вам. Вы выбираете месть. Враги лишаются всего. Денег, кораблей, даже своих владений. Вы победили, не пролив ни капли крови. Одним движением руки вы поставили на колени могучий Альянс. Начатое вами дело довершают его конкуренты. Ваше решение перекроило карту галактики и повлияло на судьбы тысяч человек. Его не было в сценарии игры, потому что у EVE Online вообще нет сценария. История Вселенной пишется вами. Что сделаете вы, имея такую власть? Есть лишь один способ узнать. Начните играть. EVE Online. Эта Вселенная ваша.